Всем привет! Программу PA Design не все используют для создания дизайнов машинной вышивки. Некоторые приобретают ее вместе с машиной и, попробовав сделать несколько движений, отодвигают ее на задний план, ибо страшно. Но не стоит этого делать. До того, как начать пользоваться программой по ее основному назначению, попробуйте к ней привыкнуть и использовать ее как конвертер, редактор, позволяющий компоновать уже имеющиеся дизайны и так далее. Некоторые пользователи полагают, что в программе можно открывать только PS-файлы. Они заходят в меню «Файл», «Открыть», выбирают все файлы, находят нужный файл нужного формата в папке, пробуют его открыть, но им пишут, что как бы не тут-то было, это не предусмотренный формат файла. Открыть дизайны в других форматах в программе можно. Эта процедура называется не «Открыть файл», а «Импорт», и делается она вот в этом меню. Нажимаете «Импортировать рисунки» и видите предложенные варианты. Вы можете импортировать, работать с рисунками из библиотеки рисунков. Это маленькие, простые, но иногда помогают. Для того, чтобы открыть рисунок в программе, нужно навести курсор мыши на него и дважды кликнуть. Он появится на рабочем поле. Также вы можете импортировать файлы другого формата из файла. Для этого вам необходимо будет зайти, выбрать папку, в которой находятся ваши дизайны. Ну, вот у меня находится здесь. Теперь вы можете импортировать файл DST, к примеру. Выберите файл и дважды кликните по нему мышкой. Файл открылся. Вот это простое импортирование рисунков вышивки на рабочее поле для дальнейшей работы. Открыв файл в другом формате, в DST, например, вам необходимо сохранить формат, понятный вашей вышивальной машине. Что вы можете сделать? Для этого необходимо зайти в меню «Файл», «Экспорт», в открывшемся окне выбрать нужный формат файла и сохранить. Программа PA Design позволяет открыть следующие типы файлов. И сохранить форматы FAV, Husqvarna, Giname и Zingera. Если ваша машина понимает DST формат, то вы счастливчик. Это очень удобный формат, его поддерживают практически все в конвертеры, в том числе и PA Design. Кстати, некоторые машины от компании Brother уже позволяют работать с DST форматом. Благодаря импорту вы можете загружать на рабочее поле несколько файлов и с ними работать. Размещать их в нужном порядке. Выравнивать. Группировать. Ну, в общем, различные отображать. Менять размер, но это аккуратнее с этим, и так далее. То есть простые такие вот действия. Особенно это удобно для тех, кто работает с готовыми дизайнами. Если ему необходимо создать общую композицию, а затем отправить ее на вышивальную машину, то все вот эти действия он может произвести. Достаточно загрузить дизайны, расположить их в нужном порядке, создав композицию, и отправить на вышивальную машину.